Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно исправить ошибку, которая появляется на вашем умном Mi Band браслете 5, либо же 6. Сначала обновите приложение до последней версии. Как бы вы ни нажимали галочку, через минут 5 примерно появляется вновь опять это уведомление, вновь приходится нажимать на эту галочку, и так происходит до бесконечности. У нас с вами есть решение данной проблемы несколько. Во-первых, это просто чисто банально попробовать включить и выключить Bluetooth, да и вообще убедиться в том, что у нас с вами подключен наш с вами Mi Smart Band 6. Вот здесь. Мы с вами просто нажимаем, допустим, включить и выключить Bluetooth для того, чтобы выполнить переподключение. Может быть, это сработает. Другой вариант, как и написано, попробовать еще раз вновь убедиться в том, что у нас с вами обновлен полностью Mi Fit. Мы открываем с вами Google Play Market, вводим Mi Fit и проверяем, нет ли доступности обновления. Но вероятнее всего вы уже пробовали обновить его, но и разумеется, у вас предложено только открыть. И обновления никакого не выходило. Следующий способ нам с вами это открыть наш с вами тот самый злосчастный Mi Fit. Когда мы заходим в раздел наших устройств, мы можем обратить внимание, что очень странно, что фитнес-браслет Mi Smart Band 6, либо же 5 пытается произвести подключение, но при этом в статусе Bluetooth он должен был быть подключен. По крайней мере, лично у меня он был подключен, и данной галочки у меня сейчас значка Bluetooth на моем браслете не отображается. Следующий вариант, друзья, это попробовать также перезапустить, просто включить и выключить ваш смартфон. В принципе, предпоследний, еще один вариант, который можно попробовать выполнить, это перезапустить Mi Smart Band. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на экран о том, как это можно сделать. Тогда, друзья, прошу прощения, что так поздно напоминаю. У меня не модифицированный Mi Fit, а также не модифицированная прошивка для Mi Band 6. Поэтому решение будет являться только официальным и, разумеется, для официальной прошивки как самого установленного приложения Mi Fit, так и для официально установленной прошивки для Mi Band 6. Итак, мы с вами разблокируем наш с вами Mi Band. Еще как вариант был просто, в принципе, дождаться полностью того, как он разрядится, и загрузить, и включить его с нуля. Нам с вами необходимо зайти в раздел «Настройки». Я понимаю, что из-за камеры яркость немножечко отсвечивает, поэтому прошу прощения, но думаю, что вы сможете понять даже по значкам о том, что необходимо открывать мод. Мы с вами находим «Настройки». Затем нам с вами необходимо прокрутить список в самый низ, и вот здесь мы находим «Перезагрузка». Нам с вами необходимо на него нажать. Мы нажимаем «Перезагрузить». У нас с вами перезагрузится сейчас наш с вами Mi Band и произведет переподключение. Итак, у нас с вами перезагрузился Mi Band довольно быстро, и теперь необходимо произвести подключение вновь по Bluetooth. То есть зайти, допустим, в приложение и посмотреть и убедиться в том, что у нас с вами полностью все успешно подключено, и проверить наличие обновлений уже через само приложение. Давайте вернемся вновь с вами к нашему экрану Mi Fit. Друзья, мы с вами вновь заходим в Mi Fit, и вот вуаля, наш с вами фитнес-браслет Mi Smart Band 6 успешно подключился. При этом уведомления повторные о том, что сначала обновите приложение, больше не появляется. Теперь мы нажимаем здесь на «Проверить наличие обновлений». И вуаля, у нас с вами ошибки больше не возникает. Это весьма странный какой-то произошел сбой или баг, я даже не знаю, как его назвать. Но повторно, по крайней мере, я вижу, что уведомления не возникает. В любом случае, если вдруг появится повторная данная ошибка, вы можете все сделать точно так же, как было показано в моем видео. В любом случае, можно дождаться обновления прошивки. Я думаю, что после обновления приложения Mi Fit, либо же после обновления самой прошивки для Mi Band, данная проблема должна будет быть устранена. Не забывайте регулярно проверять наличие обновлений в настройках вашего фитнес-браслета Mi Smart Band в приложении Mi Fit вот в этом разделе, а также проверять доступность обновления для самого Mi Fit в Google Play Market и регулярно выполнять данные обновления. После этого проблема возникать повторно будет не должна. А с вами был ваш Юранка. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. И пишите, пожалуйста, в комментариях о том, как удалось вам решить данную проблему или не удалось. Если вдруг она будет возникать вновь, я думаю, что можно будет записать отдельный гайд о том, как переустановить прошивку на Mi Band, а точнее, может быть, даже ее откатить
на чуть более раннюю, потому что все-таки люди жаловались на ту версию прошивки, которая установлена в данный момент. Да, она самая последняя пока что на момент 25 сентября 2021 года. Но будем надеяться, что в ближайшее время все-таки Xiaomi постараются и данные проблемы баг исправят. Так что скоро увидимся. И регулярно также проверяйте подключение фитнес-браслета. Если вдруг подобная проблема вновь появляется, баг, то вероятнее всего у вас просто сбросилось подключение в приложении Mi Fit. Вот и все. Так что скоро увидимся, до новых встреч, с вами был Щуранка, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока, ребятушки, будет много всего интересного, крутые гайды и летсплеи и много-много всего классного. До новых встреч, не переключайтесь.